Всем привет, с вами Прия. Еще давно, когда только появилась пчелка на ПТР 825, я выдвинул теорию о том, что молочко зеленого качества, синего качества и эпического качества будет продаваться на аукционе, и, скорее всего, статус его получения не поменяют. То, что можно передавать между игроками, можно продавать на аукционе, и можно будет делать какие-либо манипуляции. Теория подтвердилась, и при старте патча 8.2.5, при старте контента пчелок, можно было все прекрасно это делать. Но я этого сразу делать не стал, потому что играл на классике, качал персонажа, рейдил и занимался каким-либо прочим контентом, связанным именно с классикой. Что в итоге? А на текущий момент я вернулся в БФА и уже выформил себе пчелку. Все прекрасно. Потратил 70 тысяч голды и примерно 3-4 часа свободного времени. 70 тысяч голды было потрачено конкретно на покупку эпического молочка. И я так задумался. На этом же можно фармить голд, на этом можно делать голдишку, денежку. И почему бы не полетать сейчас полчаса и не потестить, какое количество какого-либо молочка можно, в принципе, лутануть. Какие итемы помогут нам в фарме? В текущий момент идет тыквовин. Праздник, в который можно лутануть зловещую метлу. Суть этой метлы в том, что у нее нету времени каста, и если вы с нее спешитесь, вы сразу же сможете сесть на нее. Это прекрасно, и меньше времени вы затратите на каст для маунта, то есть минус 1,5 секунды, это замечательно. А далее, чтобы не слезать с маунта, можно юзать стремена. Также, чтобы видеть абсолютно все соты, мы юзаем очки пчеловода. Ну а с целью того, чтобы больше лутать молочка из сот, мы юзнем магнит для пчелиного молочка. Суть его в том, что он позволяет лутать больше этого молочка в течение 30 минут. Действует, само собой, только в долине штормов. Итем лутается довольно-таки часто, с какого-либо рарника, с какого-либо ивента и с самих сот, так что я думаю, под магнитом будет все прекрасно фармиться. Ну и в момент всего этого фарма, получаса, я думаю, лутану еще пару этих магнитиков. Думаю, начнем фарм. Все это, конечно же, ускорю. Раз, наверное, в 20. И посчитаем, какое количество голды будет получено при абсолютно всем фарме. Начинаем. Немножечко информации о очках пчеловода. Ключевой итем, о котором я на самом-то деле ни слова не сказал. Нам нужно почтение с ульем медокрылов с целью того, чтобы их купить. То есть не просто так мы прилетаем и покупаем за густое молочко, которое является синим итемом. Нам нужно изначально прокачать репутацию, то есть сдать какое-то определенное количество зеленых, синих или эпических реагентов. Ну, имеется в виду молочка. Не-не, это какое-то мертвое место, его лучше вообще не трогать на самом-то деле.
Окей, все, время кончилось, полчаса нафармлено. Отфармлено все прекрасно, в принципе, достаточно неплохо. То есть получились места некоторые очень выгодные по проку сот. Некоторые места показались в момент полета не особо такие кайфовые, потому что, скорее всего, там просто были люди до меня. Суть в том, что соты эти являются активными в течение 5-10 секунд после того, когда кто-либо уже их залутал. То есть, если передо мной человек лутанул, и я не успел, то я не успел. Но если посмотреть по таким прям самым кайфовым местам, то это текущее, где я нахожусь, то есть вот эта вот гора, крепость Клыка Войны в округе, и изначально, где пчелки эти обитают. То есть тут очень много каких-либо сот именно в этих трех местах. Ну, не знаю, мне так кажется. Либо это из-за того, что людей немного было, и поэтому на этих местах очень много вышло. А что по итогу? Как я и говорил, магниты лутанутся. То, что их лутанулось два подряд, это забавно. Ну и один еще в самом начале. То есть, юзнув один магнит, я получил три магнита. Замечательно. 167 зеленого, 14 синего и одно эпическое. Если перевести в голдишку, то это 8200 плюс 2700 плюс 400. 300 плюс 8200 это 11100. Ну, округлить 11000. Я считаю, 11000 голды за полчаса это весьма хороший результат. К тому же, есть абсолютно все координаты всех точек. Я приложу их в описании к видео или комменты вам опубликую и закреплю. Вы можете ввести их себе и прекрасно абсолютно все точки видеть с целью того, чтобы не просто бездумно летать, а летать именно по тем точкам, где находятся эти соты. Также, если вы разбираетесь в некоторых модификациях, то можно как вариант просто засетить их и видеть абсолютно все точки спавна. И я уверен, что у вас будет результат больше, если вы будете юзать различные итемы, о которых было сказано в начале видосика, ну и если будете использовать координаты, и ваш маршрут будет более определеннее. Ну а касательно продаж абсолютно всех итемов, честно говоря, не знаю, переводить все в эпические итемы или оставить все как есть, просто на аук слить. В общем, надо задуматься об этом, обдумать абсолютно все и с этого уже делать какие-то выводы. И я уверен то, что абсолютно все это купят, так как те люди, которые на текущий момент возвращаются с классики, ну, допустим, они все там сделали, им физически уже не особо-то хочется играть, или они хотят перерыв какой-то от классики взять, они будут делать пчелу, и если у них есть голдишка, как у меня, разве они будут летать и фармить эти итемы? Да ну, намного проще купить их, да и все. И именно для таких людей мы будем фармить все это молочко, все эти итемы. Как я и говорил, абсолютно все эти итемы продадутся. И продались они, в принципе, достаточно неплохо, по хорошей цене, и, в принципе, быстро. Прошло всего лишь 14 часов. По итогу 8700, 1300 и еще 200 голды. Эта сумма вполне неплохая. За полчаса фарма мы сделали 10 тысяч с учетом комиссии, с учетом того, что цены падают и все такое прочее. То есть в какой-то момент можно сделать больше, в какой-то момент можно сделать чуть меньше, чем 20 тысяч в час. Всех вам благ, счастья, здоровья, удачи в фарме. Уверен, ваш результат будет намного лучше. Берегите ноги. До скорого.